Наступила всеми любимая пятница, и пришло время узнать, какую культурно-развлекательную программу заготовила для нас творческая интеллигенция города. Вы смотрите афишу, я, Юлия Север, расскажу вам о самых ярких театральных постановках. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Новый взгляд на всеми известную русскую народную сказку сможете увидеть 21 февраля в Театре кукол. Рекомендовано к просмотру для детей с 3 лет. 22 февраля вас ждут актеры театра «Камерная сцена» спектакль «Как прекрасен этот ужас». Спектакль «Камерной сцены», так же как и знаменитый роман Льва Толстого о счастье. Что такое счастье? Исполнение желаний или что-то большее? И достижимо ли оно вообще? Все герои спектакля мечтают об этом счастье, но мечты сбываются не у каждого и совсем не так, как ожидалось. В воскресенье на сцене Самарской площади постановка «Коломбо». Пьеса знаменитого французского драматурга 20 века Жана Ануэ посвящена вечной теме – столкновению любви, искренности с миром, где торжествует пошлость, продажность и фальшь. Несмотря на серьезность тематики, «Коломбо» в театре «Самарская площадь» – комедия. В пьесах Жана Ануэ всегда очень много юмора, причем очень тонкого. Недаром этот автор считается одним из самых интеллектуальных драматургов 20 века. На сегодня все. Хотите, чтобы ваши выходные были яркими? Тогда отправляйтесь в театр. Всего вам доброго. Пока.